Видео подготовлено сайтом online-gdz.net, геометрия 10-11 класс, Атанасян, задание 40. На скрещивающихся прямых А и Б отмечены, соответственно, точки М и Н. Дано. Прямые А и Б скрещиваются. Точка М отмечена на прямой А. Точка Н отмечена на прямой Б. Через прямую А и точку Н проведена плоскость альфа. То есть прямая А принадлежит альфа и точка Н принадлежит альфа. А через прямую Б и точку М проведена плоскость бета. Значит, бета, Б принадлежит бета и точка М принадлежит бета. И вопрос. А. Лежит ли прямая Б в плоскости альфа? А также пересекаются ли плоскости альфа и бета? И при положительном ответе укажите прямую, по которой они пересекаются. Итак, начертим две пересекающиеся прямые. Прямая А, прямая Б. Отметим на них точки. Точка М на прямой А. И отметим точку Б, точку Н на прямой Б. Ответим на первый вопрос. А. Принадлежит ли прямая Б плоскости альфа? Ну, плоскость альфа проходит через прямую А и точку Н. Тогда давайте запишем так. Пусть прямая Б принадлежит плоскости альфа. Получается тогда у нас, что и прямая А, и прямая Б, запишем это через запятую, принадлежат одной плоскости. Но это противоречит условию. В условии сказано, что прямые А и Б пересекаются, то есть лежат в различных плоскостях. Следовательно, Б не принадлежит альфа. Вопрос второй. Точка М лежит на прямой А, но прямая А лежит на плоскости альфа. Следовательно, точка М лежит в плоскости альфа. С другой стороны, через точку М проходит и плоскость бета по условию. Таким образом, точка М принадлежит и альфа, и бета. Точно так же точка N. С одной стороны, она лежит на плоскости на прямой B, но эта прямая B принадлежит плоскости бета, значит и точка N принадлежит плоскости бета. А с другой стороны, N принадлежит плоскости альфа, так как по условию через эту точку проходит плоскость альфа. Таким образом, и точка M, и точка N одновременно принадлежат и плоскости альфа, и плоскости бета. Следовательно, это общие, две общие точки двух плоскостей. Но если две плоскости имеют две точки, общие точки, то они пересекаются и по прямой. Следовательно, прямая MN принадлежит одновременно и альфа, и бета. Запишем это так через запятую. А это значит, что альфа и бета пересекаются, и прямой, по которой они пересекаются, является прямая МН. Таким образом, и на вопрос Б мы ответили. Задание выполнено. Если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных заданий на нашем сайте.